На Ставрополье усилят контроль за реализацией проектов благоустройства в рамках программы «Жилье и городская среда». Такое поручение дал Владимир Владимиров главам территорий. Губернатор отметил, важно, чтобы все работы были выполнены в срок, ведь новые объекты благоустройства – это точки притяжения для местных жителей. Владимиров также поручил главам муниципалитетов еженедельно докладывать о результатах проводимых работ. Объем частных инвестиций в экономику Ставрополья по сравнению с прошлым годом вырос на 10%. За первую половину 2023-го бизнесмены вложили в регион 116 миллиардов рублей. О состоянии делового климата в крае рассказал замминистра экономического развития Ставрополя Антон Доронин. На контроле ведомства сейчас 65 больших инвестиционных проектов. Часть из них заключили недавно на Международном экономическом форуме в Петербурге. Это, например, развитие тепличных комплексов и жилищное строительство. Мы смотрим на валовый региональный продукт ВРП, оцениваем, что по итогу года он будет рост 2,5%. Это примерно среднероссийский уровень, но тем не менее это говорит об общем состоянии экономики. Мы видим, что рост почти на уровне прошлого года 101% по индексу промышленного производства. Мы видим по отгрузке сельскохозяйственной продукции 102%. Мы видим, что у нас растет на 6% оборот розничной торговли. В Новоалександровском округе капитально ремонтируют водопровод. После реконструкции качественной питьевой водой обеспечат жители 8 населенных пунктов, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. На участке планируют заменить около 27 километров труб. Вместо старых стальных установят современные полиэтиленовые. Работы проводят за счет субсидий из Фонда национального благосостояния. Под Кумки по поручению губернатора Владимира Владимирова отремонтируют дорогу и построят мост. Сейчас подрядчик завозит материалы и технику, сообщили в правительстве Ставрополя. Работы планируют завершить до конца этого года. Строительство и ремонт пройдут за счет средств краевого бюджета.